Я сегодня сниму обзор Samsung Galaxy J1 2016 года. Давайте посмотрим характеристики телефона. Поставляется он в такой белой картонной коробочке. Комплектация у нас из ничего состоит. Комплектация обычная, зарядка и все, которую я пользоваться не буду, потому что есть... У меня Galaxy J3 и J7 тоже есть. И от Samsung Galaxy Tab 3 еще зарядок очень много. Потом я вам покажу комплект телефонов от Samsung. Итак, далее у нас по телефону. Корпус пластмассовый, окантовка здесь тоже пластмассовая, приятная на ощупь. Кнопочка здесь без отпечатка пальцев. Здесь у нас... Плохо закрыта крышка, все теперь нормально закрыто. Здесь у нас время, экран блокировки, обычный экран блокировки. Давайте посмотрим по характеристикам. Так, сейчас я найду здесь. Вот, Android 5.1.1. Обновился он, да он раньше здесь просто Android был 5.0. Сейчас он обновился до 5.1. Очень приятный AMOLED-экран. Когда ночь здесь, вот, вообще очень приятный AMOLED-экран. Черный прям не видно, как подсвечивается. Здесь у нас, давайте кратко перейдем по настройкам еще. Здесь вот этот дисплей здесь. Здесь есть еще режим экрана, теперь фильм Super AMOLED, там. Фильм основной, но самое лучшее это фильм вот этот вот. Как бы видно, что он по цвету, да, самый лучший. Так, здесь у нас, ну, по качеству сборки мне нравится. Углы обзора вот такие вот супер углы обзора. На камеру видно, как будто это. Но это вот такой вот AMOLED, супер AMOLED телефончик. Ну, характеристики мы посмотрели. Работает, ну, так, нормально, в принципе. Давайте камеру проверим. Характеристики сейчас фоткаю. Камеру 5-мегапиксельную проверим. Здесь 5 мегапикселев. Так, сейчас я посмотрю, как он сфоткал. Так, давайте посмотрим, как он сфоткал. Вот, в принципе, качество камеры супер просто. Ну, я бы не сказал, что здесь 5 мегапикселей, я бы сказал, что здесь как будто бы 8 пикселей. Вот так кажется, как будто 8. Фоткает он очень хорошо. Смотрите, даже самые мелкие шрифты. Сейчас найду самое миленькое такое что-нибудь. Ну, типа, смотрите, DUS 2 сим-карты. Видите, как хорошо видно здесь. Все очень качественно показывает. Очень хорошая камера здесь. Также и фронтальная здесь есть, вот передняя. Так, сейчас я переключу на переднюю камеру. Передняя камера. Передняя камера вот такая здесь. Но, в принципе, здесь она на 2 мегапикселя. И она немножечко, ну, для скайпа пойдет. Ну, она фоткает очень быстро, я даже не успеваю повернуть. Вот такой вот обзорчик был Samsung Galaxy J1. Всем пока!